Катя, возьми телефон, да? Это он. Это... О, та самая легендарная скорая. Это самая? Я помню этот, как его. Скорая? Из КВН это хуйня или откуда-то. Но я прям, я гоготал когда-то в свои молодые годы. Вот есть песня «Катя, возьми телефон». Но. Это но. Он. Это да. Он. Звонит. Звонит. Да. А кто-то переделал ее прям так жестко, глупо, блядь. И от этого пиздец смешно. Знаете, как там пелось? Как? Там пелось «Катя, возьми сигарет». Это дед. Почему-то звонит. Смешно. Смешно? Хорошо. Такая тупость. Шутки для деда. Для дедов, да. Вот нахуй это вспомнил. Теперь на вечер, теперь на вечер. Зачем я это вспомнил, сука? Смешно же. Кто вспомнил эту песню? Какой ты это сделал? Сейчас мне играет эта песня в голове. Зачем ты ее вспомнил? Зачем ты ее напел? Садись, да. Сука, кто это сказал? Катя, возьми сигарет. Это дед. Ой, сука, возьми сигарет, блин. Все, на вечер. Испортили такую песню, там романтика, там вся хуйня. Да нормально. А вспомни, как Сэйнду классно сделал про нашу любимую песню Мбенда. Окей, банальчик. Ну, о, великолепно же переделал. Тоже такая песня. Ба, я в тупике. Ой, все плохо. Все плохо, я в тупике, блядь. А что такое там? Что это? Что-то видно. Не видно. Какие-то две точки. А что такое? А, вот что такое видно. Сам такого никогда в жизни не видел. Сам такого не видел. Вместе с собой видел в первый раз. Что это за хуйня, не понимаю. Ну что, поехали? Поехали грабить, что ли? Все подряд. Так, что по бабкам? Сколько стоит заходик здесь один? Снова? Снова начинается. Снова все проиграть? Да-да, мы помним, мы помним. Ну, азартный он, да. Мы знаем, он мы вообще знаем. Все слил, помню. Даже в долг залез. Да, даже трусы стал должен. Выиграл? Ого. 45. Ну, случайно, да? Уходи, уходи. С первого раза. Кидай же, уходи. Просто красиво. Просто уходи. Окей. Сколько не надо. Было, когда я пришел. Главное не опускаться. Блин, прикинь, вот ты пришел бы и выиграл бы сразу 45 штук. Я бы все, я сразу бы забираю и убегаю оттуда. Ну нафиг, знаешь. Обидно же, ты что подумал, будешь сидеть, все просрешь. Еще и должен останешься, так же всегда. С этого порога. Сука, все, все пошли. Деньги кончаются опять. Так, третью карту не ждешь. Классика. Третья карта очень редко приходит. 7, 8, это... 9, 4, король. А что это? Флэш написано? Флэш. Тихо, лицо, лицо, да, это флэш? Забирай. 150 косарей. Убегай. Так он не остановится. Подожди, выплата 30. А что за... А остальное где? Я не понял. Остальное где? Я тоже не понял, это что такое лицо? Так, тихо. А что это было? Да, понял. Я не понял. Долг? Я все понял. Вот это называется попёрло, блядь. Я не понял, объясни. Опять до сотки идём, да? Опять до сотки идём. Идём до сотки. Опять все вниз полетело, опять все полетело вниз, нормально. Ну, сука, все, опять сейчас. Все, все, мы уже почти рядом с двадцаткой, сейчас уходим. Уходим сейчас, все, уходим. Да, уходим, все, ладно. Слили что-то. Не получилось. А, у него было до 20. До 20 тысяч и дальше останавливаюсь. Ладно, так еще можно. Не поехал. Да протонул, надо было рано выйти, надо было. Столб! Классика. Как ты так это? Бывает. Хорошо, что я сохраняюсь постоянно. О, кстати, деньги, да, смотри-ка. Деньги. Деньги. Пять косариков-то можно и слить, в принципе. Все, второй заход. Потом сыграем. Блять! Не понял. Блять, ебаный, сука, читер. Читер ебаный, я тебе отвечаю. Ебаный читер. Да иди ты нахуй, ты меня... Он подтасовывает мне, падла. Он подтасовывает мне, я тебе отвечаю. Короче, я предлагаю ему снова пойти на самолетике, снова врезаться в столб, чтобы снова заиспавниться. Что-то фигня какая-то. Я отвечаю, он тасует хуйня. Это хуйня вообще полнейшая. Это параша, блядь. Он просто ебаный мудак. Бля, опять в долг пошел. Минус. Сейчас я остановлюсь, все. Все, все, останавливаюсь. Все, 18, нормально, хватит. Нет! Не та кнопка! Не та кнопка. Конечно, не, хорошо. Все, поднялись, нормально. Плюс, плюс пошел. О, хорошо. Я просто ебашу. До сотки, до сотки. А как он знает, как надо делать? Что-то бабки ушли назад. Что-то не то, не сюда. Чай, иди ты в пи***ду. Читер сраный, я тебе реально говорю. Да, блять, какая тварь. Читер. В долги пошел. Снова. Снова. Еще минус 10. Подожди, что-то мы не можем. Давай в другую сторону крути. Не-не-не, все, хорош. Нет. Спасибо, сэр. Сам виноват. Сам виноват. Азартный вообще, да? Надо было остановиться еще в прошлый раз. Да. Да, опять казино занял, совершенно верно. Опять занял этому гребаному казино. Ну сейчас по мелочи взяли, я им просто сказал, вы слишком хуя долго отдаете, я вам больше не дам так много.
Так, 20 минут. Да? Снова идем? Так у тебя ж долг! Остановись! Пожирателя не остановись. Инвайт, просто добавь воды. Кстати, классно, да. Блин, короче. Слышь. Да он снова к этому же? Чейзер-то не... Ты снова к нему же пошел? Да ты иди ты нахуй, гандон, понял? Пошел ты нахуй, чмо, заеб... Что ты рассчитывал? Сука, опять сдал нахуй. Блядь, 27 косарей опять торчу. В рот это казино, знаете, что я... Да, знаю такое. Фиксировать, в рот это казино, я больше в него не пойду. А то писали... Мне кажется, это типичная отговорка любого лудомана. Знаешь, только вот проблемы. Вот я на самом деле не представляю, вот у меня вот нет такой черты. Вот я вот... Нет у меня такой черты. Как-то я, не знаю, останавливаюсь. Я, кстати, вчера скачал покер. Да? Да. Куда? На телефон? На компьютер? Три турнира сыграл. Ну? И три выиграл. И ты остановился, не пошел дальше? Да. Просто тебе надоело? Да. Или что? Ну да, да. И все? Да. Минут 30. Ну я вот. Прям, я хорошо играю. Ты прям хорошо до сих пор даже помнишь, как? Я хорошо играю, да. Ничего себе. Я в казино миллион поднял, да я тоже 10. А в итоге играли-то просто как эти, блядь. Согрузился, сохранился, загрузился, сохранился. Ага. Или играть. Так смысла нет вообще совершенно. Сейчас верну деньги назад, и все. Я просто сбил какой-то мудак. Уже 5000. Ну чё? Снова пошел? Отыграемся. Стоп! Остановись! Давайте отыграемся, ладно. Миллион, блядь! Миллион! Блэкджек. Миллион, блядь. А, это типа можно максимум выиграть. Вы что, обкурились, что здесь все? Минус 1000. Ебал меня, брать, блин! Еще. А что ты с ним играешь? Ты же так хорошо получилось в автомат. Пошел бы в автомат, да. Не понимаю, что к нему было. Там легче было. Мне кажется, просто хочет ему отомстить. Он просто хочет выиграть этот миллион и набить ему лицо. Хорош. Неудачки. Снова. Уходим. Иди в понял, лох. Как можно быть таким мудаком и подмешивать карты, подтасовывать? Он подтасовывает, сука, карты. Подтасовкой занимается. Очевидно, паскуда. Очевидно. Подтасовкой. Ой, говнюк какой, а? Какое же падла. Ну видно же. До сих пор, до сих пор. Подтасовывает, ну видно же. Ну вот, видно. Да. В рукаве, конечно, потому конечно. Что всегда, когда у меня, блядь, 12 или... Точнее, всегда, когда у меня 13... Он мне все время даст десятку. Все время, блядь. А зачем ты к нему ходишь, если... Ну, видно, и все равно ходит. Действительно, его работа, реально. Ты получить за такие махинации. Вот его работа. Все равно ходит, да? Знаешь, потасовывает, и все равно ходит. Это не смешно. Ну, лудомания, понимаешь? Люди же тоже, понимают, идут, понимают, что просрут последние трусы, но все равно идут. С надеждой, что что-то заработают. Тут такой же принцип, понимаешь? Ужасно, ужасная вещь. Так видишь, ты не выиграешь. Он читер. Надо было хотя бы автомат идти, ну. Это нечестно, это глупо. Я не буду больше играть в это. Че, казино? Так нельзя, просто давай, нелепо. Давай, спустя 8 минут. В долги. Нельзя. Он уже едет в казино. Это западово. Так, а что делаются? Да, что? О, он пошел автомат. Минус 5000. Серьезно? А, ну автомат хотя бы не потусовывает. Давайте ты еще одну отыграем. Просто одну тысячу. Да не надо к нему идти. Ты же знаешь. Ну он читер, я тебе... Ну конечно, читер. Так ты хоть здесь не будешь. Ты знаешь это. Просто хуй, это нельзя выиграть. Не, ну серьезно? Серьезно. Вот это серьезно, да? Да. Пошел ты, понял. Как это, короче, сейчас напряжно, очень сильно напряжно. Я реально могу не успеть. Твою ты, ебаный, что ли? Всё, куда ты? Не куда? Отстань, отстань! Не надо! Нет, время! Ты что ты делаешь? 20! Ты валенок, он еще, знаешь, морду добил. И что, успеет еще? На последних секундах. Нет, не успел. Успел? 6, 5, нет. Быстрее, давай, тык-притык. 3, 2, 1. Нет! За что? Чуть-чуть совсем? Ударился. Просто сегодня не его день. Аж чупчик выпострился. Эй, миссия пошли. Работаем по схеме умножения на 2. Отыгрываем бабки. Да, давай, минус... Минус 7900? Я сразу нажал дать! Там уходили, дал ты ему. А там 21, блядь. Там можно выиграть, сука, эту ублюдка. Победил! Зелененько, это мы поглопаем. Ну что, ты много сразу отыграл? Все, ну вот так бывает. Все, теперь уходи. 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 Все, просто уходи тихонечко. Ползи на цыпочках. Давай, колесо сразу. Нет, казино я больше все. Вообще, когда мало для счастья, ты видел сразу, как это лицо сразу вот такое стало. Это казино, казино я больше не ногой. Тупо за заданием и все. Мы сейчас снова, да? Уже летим. Миссия пройдена, еще авторитет, и плюс 15 тысяч. Ну слушай, 15 тысяч. Миссию надо пройти, чтобы ты выиграть. 21к можно и в казино. До 20-очки. Миша, они его подбивают. Они его подбивают. Блин. Смешно, сука, да.
Так, ладно. Пошли, до сотки попробуем поднять сейчас. До сотки, ага. До минус сотки. До минус сотки, сейчас посмотрим, да, просто где получше. Сейчас вот либо тут. Либо мужика, да? Почем вот эти пи***ы дают, интересно? Они вот, вот эти, вот серьезно, эти... Слушай, они вот, братья. Как, вот, да, как, они двойницы. Они выигрывают однозначно постоянно, это неправильно. Тройницы. Это, блядь, неправильно, они читеры ебаные. Давай, окей, поехали. Красиво, окей, поехали. Плюс три. Все, путь к сотке пошел. Ну, путь к сотке пошел, идет путь к сотке, нормально. Я уже в минусе. Я... Что-то не туда. Он мне даже шанса не дает. А мне шанс давать, правильно? Зачем мне это нужно? Мне давать шанс, серьезно. Зачем мне давать какой-либо шанс? Ой, мне просто интересно, зачем? Куда? Мы пошутили по минус сотку! Куда ты стремишься? Не в ту сторону! Thank you, sir. Have a nice day. Все, просто дай ему почину. На этом как бы и все. Я ворвался к ним и буду пить. Вот так. Наконец-то. Наконец-то. Это, блядь, просто невозможно. Меня нагнали. Где мои деньги? Казино. Где мои деньги? Где, сука, мои деньги? Где они быстро показали мне, где мои деньги? Где мои деньги? У тебя мои деньги, сука? Или у тебя, блядь, деньги? А вот мои деньги, смотри-ка, я вижу, вот они. Вот они мои деньги, хорошо, вот они, хорошо. О, поднял. Ну, чуть немного, немного. Где? Они же могли просто так уйти в них. Сейчас как вон, валяются. Сука, как постреляю, падла. И тебе тоже как постреляю сейчас, блядь. Где, нахуй, мои деньги? Мои. Ну, где, в рукавах, очевидно. Кто же. Кто это, нахуй, делает? Живой, короче, прикинь, который меня выиграл, он живой, блядь. Внезапно, да? С кем мне еще здесь поиграть? С кем еще мне поиграть? О, а здесь другие, кстати, автомат. А, нет, те же самые. Но, судя по тому, сколько уже, то есть 4 звезды? С кем еще мне сыгрануть? С тобой? Давай с тобой сыграем, окей. Кто еще? О, смотри, деньги. Классно. Просто ты все равно как-то немного подбираешь. Давай, повеселились и хорош. Все, до встречи, всем спасибо, всем, кто был, добро пожаловать всем. И всем пока. Я не буду читать этот звонок, просто закончу. Все, до свидания. Слушай, я не думала, что Куплинов такой азартный. А я думал, потому что по мы смотрели серии? по прошлой серии, я уже видел, что типа есть такое. Не, в нем. Ну понимаешь, ладно, когда ты еще выигрываешь. Ты выигрываешь, ты такой, о, класс, а может я еще выиграю? А он может, проигрывает, а они тоже так, они проигрывают, думаю, сейчас отыграюсь. Так, вот так он бесконечно проигрывает. Да нет, это странно. Не. То есть обычно, если ты типа такой, о, фартовый, классный день, прет, и ты такой, дальше, там такой обосрался, такой проиграл. Ладно, значит, я понял намек от судьбы, я, пожалуй, пойду отсюда, понимаешь? А у него наоборот. Он сидит, проигрывает. Ну, типичный. Ну, типичный. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.